Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас выпечка из португальской кухни. Готовим яичный тарт. Поехали! Яичный тарт мы будем готовить из слоеного теста. Я уже заранее подготовила слоеное тесто. Сейчас нужно раскатать его. Скалку присыпаем мукой. И раскатаем тесто. Я постараюсь раскатать тесто в форме квадрата. Делаю из слоеного теста рулетик. Заверну рулетик в пищевую пленку. А пока я готовлю начинку, тесто отдохнет в холодильнике. Готовим начинку. Для этого в миску отправляем желтки. Соскабливаем. Немножечко помешаем, чтобы желтки разбились. Достаточно. К желткам отправляем сахар и размешиваем до полного растворения сахара. Теперь к яичной массе отправляем кукурузный крахмал. И перемешиваем. Вот такая масса у нас получилась. В сотейник вливаем сливки. Мои сливки жирностью 35%. К сливкам отправляем молоко. И сюда же ванилин. Отправляю эту смесь на огонь вариться. Нашу начинку варим на среднем огне до появления мелких пузырьков. Появились пузырьки, снимаем сотейник с огня. Сливочно-молочную смесь вливаем в яичную смесь и помешиваем. Вот, постепенно вливаем и помешиваем. Начинку процеживаю, чтобы не осталось пленок от молока. Наша начинка готова. Теперь достаем из холодильника тесто. Будем работать с тестом. Освобождаем тесто от пищевой пленки. Разрезаем наш рулетик на 12 частей. Вот так. Делим посередине. И разрезаем. Разрезаем наше тесто. Смазываю формочку размягченным сливочным маслом. Теперь тесто распределяю в формочке вот таким образом. Из них получатся замечательные корзиночки. Вот такие корзиночки я сформировала. В их углубление вливаем начинку.
Тарты готовы. Выпекают тарты 25-30 минут при температуре 180 градусов. Наши яичные тарты готовы. Давайте разрежем и посмотрим, что внутри. Яичные тарты получились действительно очень вкусными. Хрустящее слоеное тесто и нежная начинка из сливок и яиц идеально сочетаются между собой. Готовьте такие тарты, ведь это так просто и так вкусно. Увидимся в следующих видео. Всем пока!